Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю очередной видосик по бездонатику. На сей раз мы откроем контейнеры, покатаем вот такую каточку на мостах в режиме регби и подумаем, что мне в принципе вообще надо и что в дальнейшем ждет нас на данном бездонатике. Кто уже смотрел мои стримчики, в принципе, знает, что на этом аккаунтике я планировал покупать еще комплектик. В ближайшее время я буду копить кристаллики и постараюсь купить данный комплектик, который называется Сибиряк. Я считаю данным комплектом имбованным, потому что на втором воронте вы можете иметь в своем гараже фриз М2, а если вы его прокачаете, то считайте, у вас на воронте втором, вы просто представьте, второй воронт офицер, вы можете иметь фриз М3. Ну это фантастика просто. Для меня это было бы вообще, не знаю, очень шикарным раскладом, если, например, на каком-нибудь полигоне в режиме ЦП я бы залетал на фризе М3. Это вообще просто жесть, ребятулечки, так что... Если кто думает, какой комплектик ему покупать. Нас тут вообще в каточке разрывают просто в ноль. Нагибают, как не знаю кого. Но в принципе в этом не суть. Я хотел бы просто открыть контейнер и пообщаться с вами. И в принципе, что я, на какой мысли я остановился? Ах да, комплект. Если вы, ребятки, не знаете, какой комплектик вам покупать, и вы думаете, блин, взять мне этот сибиряк все-таки или нет, то я вам скажу, обязательно берите данный комплект. Он является, по моему мнению, самым нагибаторским среди маленьких аккаунтиков, а именно аккаунтов на Warrant офицерах. И безусловно, безусловно, ребятки, покупайте. Кристалликов он стоит, конечно, 70 тысяч, но я думаю, что это вполне можно накопить, даже... Не 70, а 65. Я чуть-чуть даже переборщил. Каточку у нас нагибают так печальненько. Ну давайте-ка мы откроем первый все-таки контейнер. У нас сегодня имеется два контейнера, не три. Почему? Я вам расскажу чуть-чуть позже. Опачки! 100 всех припасов у нас падает. И я бы сказал, что это, ну... Хорошо, хорошо, 100 припасиков. Нарочка на данном аккаунтике мне нужна. Ах да, я сказал, что я расскажу про контейнеры. Почему их два, почему не три? Ответ прост. Вышли новые цепочки заданий. Теперь у нас цепочки до 10 недели. А это значит... что все призы как бы растянуты еще на 10, в сумме на 10 недель. А четвертая неделя является где-то в серединочке. Поэтому теперь за четвертую, пятую, мне даже кажется, если я не ошибаюсь, шестую неделю дают по 2 контейнера. С одной стороны, это, конечно, плохо, потому что раньше, если игрок выполнял часто свои все заданочки, то он мог иметь по 3 контейнера целых, а сейчас при всем этом раскладе он максимально может иметь только 2 контейнера. Так, ребятки, что-то каточка мне не понравилась, давайте куда-нибудь быстренько еще залетим, чуть-чуть поиграем, откроем еще один контейнерчик и подумаем, наверное, таким... Где мне бы добыть эти кристаллики, наверное, в ближайшее время. Кто у нас не знает, данное видео я записываю 30 апреля, то с завтрашнего дня и, в принципе, еще неделя у нас вперед будет проходить X2 фонды вне про битвы. В принципе, за 6 дней мне надо набить... 35 тысяч кристаллов на данном аккаунте. Я думаю, что это вполне реальная сумма. Набить эту сумму, я думаю, ну, блин, ну, если нереально, то, блин, ну, я обязан просто набить, чтобы прикупить себе этот комплектик.
такой вот классненький, который я уже рассказал. Сибирячок с фризом М2. Я, конечно же, это постараюсь сделать, прикупить, прокачать и показать вам всю эту суть нагиба. Ну а мы будем открывать еще один контейнер и плавно переходить к завершению данного ролика. Так, контейнер открыть. Открыть одну штучку и 125 аптечек. Что-то мне сегодня зеленое падает. Два зеленых контейнера, одни просто аптечечки и 100 припасов всех. В принципе, что я вам могу сказать? Аптеки никогда не бывают лишними. Абсолютно никогда. Поэтому я могу сказать, что эта нарочка мне пригодится. При том, что скоро в игре у нас будет война. Все, кто еще не знает, то примерно где-то через недельки две, максимум три недельки, у нас будет уже анонс войны. И вся эта война уже начнется. Что будет на войне? Как она будет происходить? В ближайшее время я делаю такой спойлер, что я запишу видео и попытаюсь рассказать, возможно, немножко предугадать, что мы увидим вообще по этой войне. А также, за какую команду брать, в принципе, лучше. Я тоже попытаюсь в данном ролике все это рассказать. Ну а в принципе данное видео подходит к концу. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на группу ВКонтакте, на которую ссылочка будет, конечно же, в описании. Оставляйте свои комментарии. Какой комплект вы хотели бы себе купить и согласны ли вы с моим мнением, что данный комплект Сибиряк является самым нагибаторским на данное время среди маленьких аккаунтов. Потому что по вашим комментариям я буду выбирать еще победителей на золотые ящики, поэтому вам выгодно, мне приятно. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо, пока!